Самые большие машины в мире – это карьерные самосвалы. Их невозможно встретить в городах или на трассе, поскольку дорожное покрытие не может выдержать вес этих железных монстров. Да и габариты не позволят им передвигаться по дорогам общего пользования. Для чего же нужны такие большие и, безусловно, дорогостоящие машины? Приветствую на канале! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы начинаем! Перевозка руды на них гораздо дешевле, чем при использовании нескольких обычных грузовиков. Поэтому спрос на карьерные самосвалы постоянно увеличивается, а вместе с ним совершенствуются и технические характеристики этих гигантов. Несмотря на огромные размеры, эти машины относятся к автомобилям серийного производства. Их также производят на конвейере в соответствии с установленными стандартами. А вот доставляются они в пункт назначения по частям. Сборка этих гигантов производится уже в непосредственной близости к месту эксплуатации. Большинство из них используют для движения электрический привод колес. Однако это не значит, что машины обходятся без двигателей внутреннего сгорания. На карьерных самосвалах устанавливают дизельные моторы большой мощности. У грузовиков из нашего рейтинга она составляет от 3500 до 4600 лошадиных сил. Он питает бортовой генератор, вырабатывающий ток для электромоторов. Хотя современные самосвалы оснащаются и более экологичными двигателями, газовыми, на аккумуляторах, а также питаются от магистральной электросети через пантограф. Но вернемся к самым большим карьерным самосвалам в мире по грузоподъемности. Топ-5 лидеров среди грузовиков с жесткой рамой открывает БелАЗ серии 7560, грузоподъемностью 360 тонн. Презентация машины состоялась в апреле 2010 года и была приурочена к 50-летию управления главного конструктора завода. Размеры БелАЗа 7560 впечатляют: почти 15 метров в длину, 9 с четвертью в ширину и 7 метров в высоту. В зависимости от комплектации, машина оснащается дизельным двигателем мощностью до 3750 лошадиных сил, электромеханической трансмиссией переменного тока. Это позволяет разгонять самосвал до 64 км в час. В 2012 году этого монстра демонстрировали на крупнейшей горной выставке Man Expo в американском Лас-Вегасе. Чтобы доставить его до порта, потребовалось 16 железнодорожных платформ. Но перевести было полдела. Его нужно было собрать, ведь одно колесо этого самосвала весит как полноразмерный джип. Японский карьерный самосвал Komatsu 960i превзошел белорусскую машину всего на 3 тонны. Он является четвертым в рейтинге самых грузоподъемных самосвалов, выпускаемых серийно. Впрочем, как и еще две машины, Caterpillar 797F и Liebherr T282B. Кстати, последний был самым большим грузовиком в мире в период с 2004 по 2013 годы. Komatsu 960i оснащен дизельным двигателем мощностью 3500 лошадиных сил и электрической трансмиссией. Его грузоподъемность составляет 363 тонны. Только представьте, эти самосвалы способны перевозить груз равный 13 самолетам Boeing 737 или более 50-сидельных тягачей КАМАЗ. Тройку лидеров открывает самый большой грузовик из произведенных в США. Он чуть-чуть не дотягивает до второго места в рейтинге наиболее крупных грузовых автомобилей мира. Самосвал Caterpillar 798 способен перевозить за один раз 372 тонны материала. Высота карьерного гиганта достигает 7,5 метров. Он оснащен двигателем в 3793 лошадиные силы и может развивать скорость до 68 км в час. Что самое удивительное, у этого автомобильного монстра до последних нескольких лет устанавливалась механическая трансмиссия. Самый большой западноевропейский самосвал – это Liebherr T284. 16-метровый грузовик с дизельным двигателем мощностью 3705 лошадиных сил способен перевозить до 375 тонн породы. Несмотря на то, что по грузоподъемности гигант находится на втором месте, машина обладает самой маленькой собственной массой – всего 240 тонн.
тогда как основные конкуренты Caterpillar 797 и Komatsu 980 массивнее на 20 тонн. Примечательно, что вместо классической панели приборов у Liebherr цветной сенсорный дисплей, который управляется простым нажатием пальца. Ну и кто же на первом месте? Самый большой грузовик в мире по грузоподъемности среди машин с жесткой рамой – это БелАЗ-75-710. Собственная эксплуатационная масса карьерного самосвала составляет 390 тонн, а грузоподъемность превышает 450 тонн. Габариты жодинского самосвала соответствующие. Это не автомобиль, а трехэтажный дом. Длина грузовика более 20 метров, ширина 10, а высота 8 метров 26 сантиметров. Конечно, на самом большом в мире самосвале установлены самые большие бескамерные шины Michelin 5980R63, диаметр которых составляет 3,7 метра. Что касается производительности, то этот гигант за полтора года сумел перевести 1 миллион тонн породы. Спасибо за просмотр. До новых встреч! We'll be right back.